В Спасске Дальнем прошел фестиваль «Клубничная столица Приморья». С 10 часов утра по центральной площади города разносился аромат спелой ягоды. Очень интересное мероприятие, хорошо подготовленное, проходит это красиво, с шиком. Поэтому клубника – это такой вот специфический продукт, который любят, в принципе, и дети, и взрослые. Фестиваль стал уже традиционным и дарит жителям и гостям города только хорошее настроение. А клубника из Спасска уже давно стала своеобразным брендом края. Мы много лет приезжаем сюда специально купить клубнику такого качества, какого нас устраивает только здесь. Организаторы придумали множество конкурсов. Лучший ягодомобиль, самый вкусный красивый пирог, самый интересный арт-объект, а также конкурс девочек «Мисс Виктория», во время которого участницы должны были не только предстать в красивом костюме, но и рассказать стихотворение о клубнике или спеть песню. Ждет меня большой успех, я красива и стройна, обаятельно умна. А гости фестиваля смогли приобрести клубнику по весьма доступной цене. Анна Дьякова, новости на Восьмом.